Никита выступает сразу два ансамбля. Оба мы. Вот. Первый хороший, второй просто замечательный. И собираемся, значит, поиграть песен таких-сяких. Было сразу, как мы объявляли, концерт как некоторым образом необычный. Необычный почему? Потому что спасибо китайскому летчику Джао Дао за то, что всегда, всегда с вами, всегда с нами Бодхисаттва и все такое. У нас такой сегодня немного камерный, значит, состав, потому что, ну, в силу сложившихся обстоятельств. Тем не менее, я предлагаю Ленислава зажечь, замечательно потанцевать, и вообще, что называется, кажется, по-немецки это будет «Let's have a party», вот так вот скажем. Вы готовы, ребята? Настали. Barcelona bonita, Barcelona bonito, vengo de ser machete, que se va
сувальдита, мы сына 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 те, кто сидит на других местах. Да, можно сразу начать «Ламорго», а это подошло бы нам сейчас. «Ламорго де Парама», следующее произведение начинается с бас-гитары. Кирилл Анатольевич, пожалуйста.
Сочи, с Москва. Спасибо, друзья. Ну что, старинное произведение в том же ключе, примерно под названием «Сон», прямо сейчас, наверное, будет в тему. Представьте себе, что лето, что на улице тепло, что мы никуда не торопимся, и напитки в баре бесплатные. Вот так. Силы. Силы своего воображения. О, «Сон», понесла.
я еще такой рок-зон. Про слонов или про удавов.
если Данилович готов, то в принципе можно начать. А так, поприветствуйте его, пожалуйста, аплодисменты. Ладно. Песня. Эль Тигре. Три куплета. Соло.
Thank you.
Thank you.
решат. Para que no te anota, tú eres de mí.
Thank you.
гитара, дамы и господа, Кирилл Анатольевич. A cantar para el mundo, con alma, con sabor.
тот самый, которого так мы ждали в начале мая, когда было жарко, и который так не хочется сейчас, когда неплохо бы хотя бы плюс 27. Поехали!
Звезды мерцают. Все
хочу к ним прижаться, смешать губами. Спасибо, братцы.